В этом году исполняется 100 лет отечественному альпинизму. И это особая дата для всех, кто любит горы. Адамбай считается колыбелью альпинизма, и именно там прошел первый горный Домбайский фестиваль, на который съехались именитые альпинисты. И именно про таких легендарных личностей говорят: гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Из Домбая репортаж Аллы Динаевой. Поселок Домбай расположен в сердце прекрасных гор. И здесь есть маршруты различной категории сложности. На праздник, посвященный столетию отечественного альпинизма, съехались легенды этого вида спорта. Очень приятно, что мы вместе собрались в этом дорогом для нас и всего старшего поколения альпинистов месте Домбае, говорили на мероприятии. Подумать только, 100 лет назад. И 100 лет назад все это начиналось здесь, в Домбае, с приездом среди Фердинанда Розовича Кропфа. Вместе с австрийскими альпинистами, которые бежали от фашизма, эвакуировались. Вот они создавали все это здесь, показывали, как и что тут у нас здесь нужно делать, как чему учить. Ну, это условная дата, потому что альпинизм, даже отечественный, был еще раньше, при царе-батюшке, было русское горное общество. И он развивался вместе со всей страной и никак от нее не мог оторваться. Значит, первый ведущий наш, можно сказать, лидер в альпинизме, Крыленко был расстрелян, был полк личности Абалакова, все как у людей, как во всей стране. А сейчас развиваемся как на Западе. У кого есть деньги, тот ходит в горы. И дай Бог, чтобы у вас у всех были деньги, было желание. Они как стояли, так и стоят, и будут стоять. Так что успехов вам и дальнейших восхождений. Знаменитый альпинист Николай Дмитриевич Черный – обладатель титула «Снежный барс». Руководитель российской гималайской экспедиции в 2001 году, который взошел на последний непокоренный восьмитысячник планеты, вершину Лхоцзы среднюю. А еще он главный тренер сборной России по альпинизму, совершивший в 2007 году восхождение на К2 по ранее непревзойденной западной стене, самому сложному маршруту, на вторую по высоте вершину мира. А свой путь в альпинизме Николай Черный начал в Домбае. Я тут впервые появился в 1957 году, рассказывает он. Как раз в 1957 году я закончил первый курс Московского энергетического института. И однокашник говорит: слушай, путевки есть туристические. Теберда, Домбай. 7 рублей стоимость путевки. Билет стоил 20 рублей. И мы поехали. И вот мы, собственно, никаким альпинизмом не занимались. Ну, обычная туристическая группа. Мальчики, девочки, все замечательно, природа, горы. И мне это очень понравилось. И по осени я записался в альпсекцию МЭИ. Такая была. Она и сейчас есть. И вот с тех пор, значит, так к этим горам и прилип. Еще один участник мероприятия – Владимир Шатаев, советский и российский альпинист, автор книги «Категория трудности», совершил восхождение на высшие точки 35 стран всех континентов и на самую высокую гору планеты Эверест в 1995 году. Он оказался вторым человеком в мире по возрасту, в то время зашедшим на эту вершину. Владимиру Николаевичу тогда было 58 лет, а в 80 лет он еще раз поднялся на Эльбрус. До сих пор памятно, когда я попал в землетрясение, которое было в 1963 году, почти 7 баллов. Горы практически тогда изменились полностью. Мы были на самом восхождении, на Домбай-Ульгер, по маршруту высшей категории сложности. Ну и удачно удалось, так сказать, пережить это. Все горы тогда очень изменились. Основатель проекта «Связки», председатель горной комиссии Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества, один из организаторов фестиваля. Я хочу пожелать всем, кто ходит в горы, видеть в них не только разряды, не только цифры высот и значения категорий, а обращать внимание на совершенно потрясающую красоту. Видеть в названиях, в топонимике
замечать нашу историю. 100 лет отечественному альпинизму – это великая дата, особенно для людей, которые любят и очень уважительно относятся к горам. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Домбай.